хотел отрастить шевелю, такой ракес, блин, волосы длинные, как сейчас модно, как компания Skull Shaver присылает мне очередную посылку. Вот только что я открыл, но еще не знаю, что внутри. Для вас распечатываю, показываю. Про, сказали, что что-то новенькое такое, чего у меня раньше не было, но я вижу, что уже упаковка уже какая-то ядерная. Что-то тут слишком много всего. Бум! У нас две собаки, это, конечно, питбул, а у нас American Stafford, американский Stafford, ну, морда похожа на наших двух. Бриллиантовая коллекция, Diamond. Сейчас посмотрим, что там внутри. Так, это, значит, инструкция. Это что еще такое? Ого! Вот это упаковка, вот это кейс конкретный, карбоновый, солидно. Так, это триммеры, понятно, зарядка, вау, вот это сама бритва, а нет, это для полоскания, головка, сушишь. Ставишь сюда, сейчас покажу, как это делается. Сама бритва, вот. Вот это солидно. Во-первых, весит грамм 300, наверное. Платиновая такая. Солидол полный. 100% зарядочка. Я уже говорил, что у меня очень сенситив, очень чувствительная кожа. Идет мягенько, мягенько, приятно. Очень удобно. И то, что она тяжелая, она прям облегчает бритье. Но я добреюсь позже, кайф. Бэм, это прям как платина, да? Вот между бритвами, которые у меня уже были, от Skull Shaver, я называю это как, я не знаю, Ferrari, наверное, да? Ferrari модель. Ой. Кейс, а это что такое? Это триммер для бороды, вообще кайф. Это вообще кайф. Это все упаковано. Высший сорт, ребят. Смотрите. Вау. Красиво, да? Я же говорю, Ferrari. Но по всей вероятности, это очень дорогой набор. Сколько он стоит, я не знаю. Палец кверху для компании Skull Shaver. То есть они превзошли сами себя. То есть я явно остаюсь самым крутым лысым мужиком у них в компании. Недаром первое видео набрало свыше 1 000 000 просмотров. И я с удовольствием рекомендую эту компанию всем лысым брутальным мужикам. Ссылочку на компанию оставлю внизу видео. Обращайтесь. Компания Skull Shaver. Также оставлю в инстаграме ссылочку. Обращайтесь. А компания спасибо огромное. И большой привет от папы Смита.